В первом туре парламентских выборов во Франции побеждает центристская партия президента Эммануэля Макрона. Она набрала более 32% голосов. Далее следует партия республиканцев. Их результат 21,56%. На третьем месте Национальный фронт Марин Ле Пен. Явка составила около 51%. Отмечу, выборы в Национальную ассамблею традиционно проводят в два тура. Второй состоится 18 июня. При этом для того, чтобы пройти во второй тур, необходимо в первом набрать как минимум 12,5% голосов.